Братик, нормально ли то, что моя девушка ходит каждые выходные в клуб? Говорит, я с девочками потанцую, ничего не случится, не переживай, я приду. Конечно, блядь, это ненормально. Ты видел, что в клубах сейчас какое зверье, блядь, водится? Думаешь, ей там подружки помогут, блядь, если какие-нибудь долбоебы пристанут? Думаешь, она сама за себя постоит? Хочет сходить там изредка, сходи с ней, пусть потанцует. И за шкирку нахуй ее домой, нехуй в этих клубах, блядь, делать. Там, блядь, ща блядство, да нахуй, гадство какое-то одно происходит. Хуй знает, чем это все может закончиться, блядь, этот поход без тебя туда в клуб, нахуй. Пристанки, недолбоебы, в натуре, я тебе говорю, не отстанут, нахуй. И то, что она им скажет, там, типа, не, ребята, я там занята, у меня молодой человек есть, да им вообще поебать на тебя, на твоего молодого человека, блядь. Что он нам сделает, он там дома сидит, позвонишь ему, ну, блядь, звони, ебать. Только хуй знает, дадут ли они тебе еще и позвонить-то ему. Я тебе говорю, нахуй, нехуй там ловить, блядь, в этих, блядь, душниках, блядь.